Рада приветствовать вас на своем канале «Сад без секретов». Я Светлана Налетова, я садовод, и сегодня предлагаю поговорить о размножении земляники. Очень часто садоводы хотят размножить какой-то очень хороший сорт садовой земляники. Сделать это можно просто и всегда с хорошим результатом, если вы научитесь укоренять усы. Я всегда размножаю садовую землянику, укореняя розетки усов вот в таких вот рассадных стаканчиках. Ну, во-первых, это очень удобно. Вы всегда можете видеть, как проходит укоренение, и никогда ваша розеточка не потеряется, так сказать, под материнским кустом. Во-вторых, мне очень жалко, что вот эти рассадные стаканчики все лето у нас пустуют без дела и не работают, так сказать. Поэтому я придумала для них вот такое вот новое предназначение. И в-третьих, я выращиваю свою землянику на толстом мульчирующем слое соломы, и через вот эту вот мульчу самим розеткам укорениться просто невозможно. Нужно им помочь. Сначала я присматриваю хорошие кусты, урожайные, крупноплодные, здоровые, и отмечаю их пластиковыми палочками. Во время плодоношения обрываю все усы, чтобы не снижать урожайность, но оставляю 2-3 самых сильных. От материнского куста мы берем первую розетку. Вот она. Она самая крупная и продуктивная. Называется розетка первого порядка. Но если сорт очень редкий, то можно взять и вторую розетку. А вот третью уже использовать не нужно. Она непродуктивная. И если вы готовите куст к размножению, лучше заранее удалить все третьи и четвертые розетки, чтобы не ослабить растение. Мы будем укоренять первую розетку. Стаканчик заполняем землей, проливаем почву, ставим розетку, присыпаем сухой землей. Готово. До поры до времени оставляем стаканчик рядом с материнским кустом. Я вторую розетку укоренять не буду, поэтому ее удаляю. Есть и еще вариант. Можно просто женской шпилькой или проволокой прижать розетку к земле, она укоренится сама. Растения в стаканчике поливаем каждые 2-3 дня, но все-таки умеренно заливать не нужно. Примерно через 1,5-2 месяца появятся молодые листочки, и вы тогда сможете удалить растение от материнского куста, обрезав ус. И затем вы его пересаживаете на новое место. Чем еще хорош такой способ? Молодое растение быстро укоренится на новом месте, потому что высаживать вы его будете уже методом перевалки, то есть с земляным комом. И сама пересадка пройдет практически незаметно для землянички. Кстати, не забывайте, что нельзя позволять садовой землянике подолгу расти на одном и том же месте. Каждые 3, максимум 5 лет плантацию нужно обновлять. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал «Сад без секретов». А в комментариях предлагаю обсудить, какие способы размножения земляники практикуете вы. Удачи!